Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафт». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы и снимаем этот троллинг. А еще у нас есть с Эдисоном для вас маленькая новость. Да, ребята, мы уже очень много раз проводили конкурс на добавление друзья ВКонтакте. Но сегодня, ребята, мы проведем конкурс на сигны в Инстаграме. Ссылки на наши инстаграмы есть, конечно же, в описании. И 5 случайным подписчикам, которые сегодня на нас подпишутся в Инстаграме, мы сделаем сигны и выложим их в наши инстаграмы. Вот. Поэтому, ребята, прямо сейчас заходите по ссылочке в описании, переходите в наши странички в Инстаграме и подписывайтесь как можно быстрее. Вот прямо сейчас. И прямо сейчас, и все побежали, побежали. Ну что же, ребята, я уже все построил и готов вам все, конечно же, показать. Я, если честно, не записывал троллинг вместе с Эдисоном уже очень и очень давно. А все потому, что мы были в Москве и ролики мы записывали наперед. Кстати, в наших инстаграмах и ВКонтакте тоже дофига фоточек с поездки. И еще на втором канале есть влог с поездки. Так что смотрите влог на Shadow Персики. В общем-то, ребята, сегодня у нас Эдисон отправится в прошлое. Да, у нас отправится в прошлое, в средневековье, с помощью вот этой машины времени. Ну, вы уже на самом троллинге увидите, как она у нас, ребята, работает. В этом прошлом, куда он отправится, ребята, воюют два королевства. Да, два королевства, которые называются Ибрагимляндия и Стефанляндия. Да, ребята, вот они тут воюют, видите, у них тут целая война идет. И, кстати, эту идею мне подсказали подписчики в группе ВКонтакте, так что спасибо вам большое. В общем-то, Эдисону предстоит, ребята, присоединиться в одну из армий, а именно в Стефанляндию, чтобы убить Ибрагима и, собственно, Ибрагимляндию. Он здесь, ребята, найдет сундучок, в общем, пройдет различные испытания, потом он потренируется на манекенах и уже получит свою броню, вооружение и пойдет нападать на замок Ибрагима, где, собственно, у нас и сидит Ибрагим, а еще там сидит Стефан, Митрофан и я. В общем-то, ребята, вот такой вот у меня троллинг. Более подробно вы узнаете в самом троллинге, в процессе. А пока что я желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем. Ну что, Эдуардо Перециано, вы готовы? Я готов, пошли, Жека, пошли. Ох, Эдисон, сегодня, в общем-то, будет у меня опять путешествие во времени в троллинге. Тебе предстоит отправиться вот в этой замечательной машины времени в прошлое. Да, в прошлое тебе предстоит отправиться. И давай, Эдисон, отправляйся. А зачем мне туда отправляться? Ну, как бы это сюжет такой, типа ты хочешь сюда. В общем, Эдисон, я тебе дам подсказочку, ты можешь размещать TNT только на золотые блоки. Пожалуйста, размещай только туда, а то карта реально вся взорвется. Поэтому осторожнее. Я подумаю, Жек, это такое, знаешь. Давай. Это уникальная просто машина времени, улучшенная версия, так что тебе понравится полет в прошлое. Тебе понравится. Все, Эдисон, ты, короче, попал в прошлое. Ты попал в прошлое и прыгай вниз, да, прыгай вниз. Да я же могу обратно как бы. Не-не-не-не, ты сейчас стоишь в пространстве, ты должен телепортануться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Disconnected from the set. Отправляйся снова в прошлое, отправляйся. Мы починили машину времени. Не получилось! Ладно, Эдисон, попробуем еще раз. Хреновая у вас машина времени, вот честное слово, ты хуже никогда не видел. Че ты там не видел? Ладно. Давай, Эдисон, давай. А почему разбой? Че за разбойничья, Чече? А почему они какие-то очень-очень странные? Какие-то они очень... А, нет, они тебя бьют! Они тебя бьют, Эдисон, отбивайся! В смысле, Эдисон, они странные, тебе нужно пройти, срочно пройти в дверь, видишь дверь? Как нос-то чешется, Зека! Нос чешется. Так, нет, нос чешется. А как мне пройти, что тут такое? Ага. Тебе нужно отгадать код, Эдисон, тебе нужно отгадать код. Откуда я? Ты попал в 1337 год! Это я! Это война! Война, Эдисон! Ты должен тут всех уничтожить! Эдисон, срочно уничтожь их! Как я их уничтожу? Эдисон! Видишь, тут рыцари Стефанляндии и рыцари Ибрагимляндии. Здесь две страны сражаются, Эдисон, быстрее! Две фракции, так, это да, да, да. Так, хорошо. Акт о победе. Да не, обязательно. Акт о победе получил, все, вали, Эдисон, вали, быстрее. Сваливай отсюда. Там кнопочка, смотри, какая-то кнопочка внизу. Кнопочка. Вот тут какая-то кнопочка. Да какая кнопочка? И что там? Да, сейчас этот Брагима отстанет от меня так. Как кнопка? Ой.
Видимо, плохая кнопочка. Плохая, не надо. Да, давай, беги, ну беги. Беги к Стефану. Степан! Давай, читай, что. Ты не можешь с ним говорить? Сейчас, да подожди. Все, давай, попробуй еще раз. Можешь? Так, опа, Стефан, принеси меня к победе над этим проклятым Ибрагимом. И тогда я прибуду тебя в армию Стефан... Кому? Стефанлянди. Да-да-да. Пошел на! О, Эдисон, все, ты у нас, короче, появился, знаешь где? Ты у нас появил. Нет, тебе сюда нельзя, Эдисон. Тебе сюда нельзя. Тебе нужно стоять, короче, на это ферма Стефанляндии, да. И тут есть оружейник, который может тебе дать оружие, если ты, собственно, потренируешься и научишься с ним совладать, да. Оружейник, значит. Да, оружейник. Иди к оружейнику, он тебя... Оружейник, так, оружие. Ой, что за звуки. Так, ну ты лох, конечно, нам сойдет. Спасибо. Уничтожь 10 манекенов, чтобы позади меня, и тогда я вручу тебе амуницию для борьбы с Ибрагимляндией. Так точно! Неправильный ответ, Эдисон, неправильный ответ. Ой, ты пахай. Давай. Так, давай. Спаунпоинт пропишу, а то я так миллион раз буду. Так, хорошо. Окей. Нет, неправильный ответ, неправильный. А какой? А зачем тебе вообще ему отвечать, если ты квест уже взял? Ну ладно. Ну окей, прикольно. Подожди, а что мне надо убить 10 манекенов, да? Да, тебе нужно убить 10 манекенов. Ой, хорошо. Давай, Эдисон, это просто, это очень просто. Давай. Как 1, 2, 3, 4. Представь, что ты играешь в MMORPG, давай. Выполняй. 7, 8, 9. Давай, последнего. Все, красава, теперь говори с оружейником. Манекени, транслитом, хорошо. Ой, все, Эдисон. Опа. Эдисон, ты готов отправиться на войну с Ибрагимом? Ты готов покончить с Ибрагимом? Все, давай, за Стефанляндию. Ставь кнопочку. А почему изначально у меня как бы не было выбора? Может, ты за Ибрагимляндию хотел быть? А так, ну, как бы, ты разве любишь Ибрагима? Я думал, что наоборот. Ну ладно, хорошо, ладно, можешь его не бить. Какие вы тут настроили всякие. Все, Эдисон, отправляйся в бой против Ибрагима, против Ибрагимляндии, ты должен здесь всех убить. Ибрагим, за Ибрагимляндию, за... Давай, Эдисон, давай. За Ибрагимляндию, Ибрагимляндию. Ну ты можешь, в принципе, никого не убивать. С ума сойдешь. Эдисон, ты можешь просто проходить, ты можешь их не убивать, ну, как хочешь. Давай. Эдисон, вперед. Подожди, что тут? Ага, золотые яблочки! Хорошо. Ты тут настроил. Уйди, тебе срака там еще, подожди. Давай. Мочи их. Всех перебью. Мочи рыцаря Ибрагима. Прислужники Ибрагима. Так, сейчас. Так. Все. Ага. Еще один. Не. Так, слушай, ага. Жека их тут как. Да. Я реально лучше. Опа-на. Дверь закрыта. Ну может где-то найдешь рычаг, чтобы дверь открыть. Давай, Эдисон, беги, ищи рычаг. Паскуда! Я завалю этого дебила. Давай. Рычаг. Нет, не подходит. Это, походу, не рычаг. Нет, ломать ты его не можешь. Не. Ага. Ну ты поищи, может что-то найдешь. Угу. Что он делает, у меня такой вопрос? Не знаю. Ты поищи, может какие-то сундуки найдешь скрытые. Скрытые сундуки? А может быть не в этой комнате? Может быть, не кажется, не в этой? Может, ты в сраку. Эйсон, чтобы убить Ибрагима, нужно как бы постараться. Да не хочу я его убивать. Давай, ищи. Эйсон, где-то вот, мне кажется, тут, да. В атаку, в бой! Вперед! Да Ибрагима осталось совсем немножко, давай! Открывай! Проходи, Эдисон, проходи! Подожди, сейчас все бой. Какие-то ня там, ня-ня-ня, много ня всяких, подожди. Давай, Эдисон, проходи! Жек, ня! Ня! Эдисон, знаешь что? Жека какой-то, вся семья в сборе. Эдисон. Загамадрил, да? На самом деле, я как бы, ну, ты правильный вопрос задал, почему я тебя сюда отправил, да? Потому что я этого захотел, я это все устроил, и, собственно, сегодня ты, падла, никуда отсюда не уйдешь. Эдисон, я решил просто, как бы, познакомить тебя со всем семейством.
Так сказать, да? Понял? Знакомься с ними, да, Жека, это я. Вот, короче, они сказали, можешь оставаться здесь навсегда? Нет, ты никуда не пойдешь. Ты останешься в этом времени навсегда, вместе с Ибрагимом. Что за черная магия? Что за черная магия? Почему меня тпшат? Ибрагим упал, Ибрагим свалился. Берите меня в плен, я убегаю. Ладно, все, Эдисон, пойдем. Пойдем на твой троллинг. Все, давай. Зашел. Давай, внутрь. О, а что это такое? Туалет? Нифига мне нравится. О, хорошо. Ой. Жека. Че? Ну что, отпустила тебя, Жека, отпустила, посмотри в глаза. От чего отпустила? Отпустила, нормально. В смысле? Так мы только что твою днюху праздновали. А почему я должна была отпустить, что мы такое делали? Яблочного сока, ты ж стримил тогда. А, ну точно, да, яблочный сок. Я его просто как вшторила. Отпустила, Жека, все нормально. Ну да, вроде нормально. Можем возвращаться обратно в ресторан? Ну да, нормально, погнали. Пошли. Только тут, Жека, что-то странное такое произошло, я спросил тебя. Почему тут моя голова? Тебя что-то лагает. Я еще спрашивала, отпустила, говорил, отпустила. Значит, не отпустила. Какая да не отпустила. А что тут вообще было? Ой, знакомые места, это, как я понимаю, Кирилл, да, сидит? Нет, у чувака калаш в руке. А, ну ладно, ну да, похоже. Кирилл убрали. А что тут произошло, Жак? Я не могу понять. Я тоже что-то там ходил, за тобой ходил, пошел в туалет, а тут какая-то драка была прям. Кстати, я хочу сказать, что это реальные события, сейчас Эдис написывает. Это как коллаж, да, коллаж, я понял. Я вам скажу, весь вот этот, ну почти весь троллинг основан на реальных событиях. То есть так все было. Да, и правильно, правда коллаж сидел, вот коллаж точно сидел. Коллаж сидел. Но я не понял, где Кирилл. Где Кирилл? Вот самый главный вопрос. А где Кирилл? Надо Кирилла вот искать. Он. Нет, не он. Нет, это официантка. Что-то. Ой, где это я? Прилетела официантки. Жека, Эдисон, где я? А, вот я. А, вот, все нормально, вылезай. Да, сейчас. Сейчас, так. А что ты ломаешь? Не, я же вернулся, все на месте. Жека, мне надо, мне кажется, надо выходить на улицу. Кирилл где-то там. Кирилла вытащили на улицу, как я? Там побили. Как его выйдет? Ну ищи, не знаю, выход. Я вообще не знаю, что произошло в этом ресторане. Ручку сломали, выход сломали, то есть вообще не вообще реально. Ужас. Не, я-то это все видел, да. Меня мучает вопрос, где Кирилл. Кирилл где-то на улице, его вытащили прям. Бедный Кирилл. Бедный Кирилл, побили его. Как выйти-то, Эдис? Ничего не понять, не понятно. Нажми, может где-то что-то там будет, какая-то кнопочка, я не знаю. Какая кнопочка? Может там внутри, где-то вот там, где ты куда отправлялся. А, туда. Ты поищи, может там что-то будет, Жек. Может ищу. Там что-то будет. Ага, ты тут что, какая-то дверь. Нет, не работает, не так работает. Дверь тут вообще ни при чем. Вот поищи, да. Может где-то тут. Вот ты что не помнишь, Жек, вот тогда тебя в подвал запустили, помнишь, в этом ресторане? И вы потащили. Нет, такого я не помню, Дисон, такого не было. Не надо тут. Самое главное, ты нашел в этом подвале какой-то важный элемент для того, чтобы выйти на улицу. Жек, ищи, может где-то. Да какой, ёкарный ты бабай. Где-то сундуки какие-то спрятаны, где-то вот что-то может, где-то вот тут, ну открой глаза, Жек. Открой глаза, мать твою! Глаза! А, понял, все. Всё. Давай, Жек, давай, на улицу. Вылезать. Этот калаш сейчас проснется и всем плохо будет. Давай, Жек. Ща. Да, от калаша надо срочно убегать. Не, ну меня-то калаш любит, как бы, чё, я ничего не сделаю. Давай. Так. Ааа! Это все калаш! Калаш все подстроил! Все подстроено, не хорошо. Да, все подстроено, спавн поинт. Так. Стул. Так, тихо. Отлично, ты. Опа, хачапурчики. Кирилл! Нет, смотри. Кирилл! С красными глазами. Интересно, почему? Ну, блин, не это красная. А Кирилл всегда ходит в красной одежде. Хачапурчик! Жека! Все, убегаем! Да какие убегаем, Жека? А еще хачапурчики! Какие убегаем? Нельзя убегать, Жек, нельзя убегать! Обратно давай! Я в меня застряла! Застряла! Помогите! Жек, куда ты обратно? Биту забыл в ресторане, давай, обратно! Всё, я вернулся. Ищи биту. Да какую нахрен биту, ты издеваешься? За холодильником! За холодильником! За холодильником! Нету за холодильником, вижу за холодильником. Ага, бита! Ну все, сейчас с этим кочепурчиком. Жека, предыстория, а что было там-то, понял? Они Кирилла-то побили, а Юлю выкрали! Точно, то за Юлю!
Юля, у них же отомсти, отомсти. Все, все, минус хачапурчик, минус еще один хачапурчик. Давай, давай, вот калаш тут. Да, 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 хорошо, хорошо. Калаш тут всякие ловушки настроил нехорошие, нехорошие. Плохой калаш на самом деле, вот реально. Плохой, плохой человек такой, подостроил какие-то ловушки, да. Хапа! Хапа! Плохо, давай, Жек, давай, давай, давай! Так. Все. Хочу, 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 хочу. Тут так много и хачапурчиков. Слышь, братан, братан, подходи сюда. Сюда, братан, подошел сюда. А ты типа главный хачапурчик, я понял. Вася, Вася, подходи. А что они меня тычут? Они меня тычут. На вы со мной разговаривают. Они Вася. Меня тычут, вы, да. Вы, он меня, ты, они меня тычут. Они тебя сейчас же побьют и вообще шконку твою разорвут. Это так Юля, хочешь? Да? Юля. Я не знаю, как ее зовут. Твоя девка, да? Да, моя девка. Биту выкинул, биту. Да ладно, подошел? Ладно, ладно, все, 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 я хачапурчикам отдал. Хачапурчикам выкинул. В общем, мы тут выяснили, ты у нас майнкрафтер, да? Вот этот, да, да. Ютубер вот это, как снимает там бабло, да, лопатами гребет. В общем, у нас тут приложение есть для тебя, приложение, понимаешь? Mm-hmm. Приложение. В общем, мы тут ресторан новый открываем, шашлычная Дяди Стефана. Ага, хорошо, да, мне нравится. Во всей Москве сеть магазинов открываем. Вот Black Star Burger, знаешь? Да, знаю Black Star Burger, да. Наш чувак, мамой клянусь, поднялись с нуля, шашлык мне в задницу. Поднялись с нуля, сейчас все его знают. Знаешь Black Star Burger? Был там, хавал, да? Да, 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 хавал, хавал. Хавал, мы же плохо хавал. Не подходи, они там злые, лучше сюда. Ну, в общем, братан... Ну ты нашу схему, походу, выявил, да, выяснил. Вот твоя девуля, Юля, это мы за всем стоим. Кстати, шашлык можешь попробовать, шашлык-машлык. Не, спасибо, вот. Я что-то не хочу, не хочу. Да попробуй, шашлык. Ладно, ладно, все, все, вкусно, давай. Вкусно, очень вкусно. А мы крышуем отаду я. А прикинь, такая реально есть. Крышуем. Я не перебил. Мамой клянусь, крышуем тебя и тёлку твою. Вообще-то девушку, давай вот по-нормальному говорить. У нас на родине в горах тёлка говорит. Ну ладно, хорошо. Не-не-не-не-не-не-не, я не согласен, как бы давай мне 100%, я бы хотя бы 90% июля все это, да, я ухожу. Ты ставишь, что торговаться будешь, ты понимаешь, кто такой Стефан, ты понимаешь, мы этого Black Star твоего с нуля подняли. Не, да, не, давай, не, давайте нормально договоримся, как бы я вас ролик разоблачения запишу, все, не будет у вас шашлычной там вашей машлычной. Так что давайте, давайте Юлю и все, и на этом судимся. Братан, ты вообще понимаешь, кто бы такие с кем-то связался, а? Ты смотри, смотри, а то мои люди смогут найти тебя рано или поздно, дрюки-дрюки, и все. Канал твой наш. Выгодное приложение, выгодное. Нет, я не согласен, не согласен. Короче, да, ладно, все, оставляйте Юлю, может быть, она там вас будет поразвлекает. Я пошел, спасибо большое за ваш за визит, кнопочку Юля поставил, ну ничего страшного, можно, в принципе, на сосисках подняться. На сосисках нет, нельзя подняться. Какую кнопочку? Кнопочка, все, до свидания, я пошел. Какую кнопочку? Все, все, все. До свидания. До свидания. Ой, вот и Стефан стоит, вот забирайся, Стефана тоже. Ой, какой-то трус у тебя, пацан, Юля, трус. Но мы еще его найдем, люди мои найдут, убьют нафиг. Не я, люди мои. Калаш, на меня работает, понимаешь, я выгодное приложение. О нет, Black Star. Ну хорошо, хорошо, Жека, ты там подумай, подумай. Я всегда на связи, хорошо? Ну хорошо, хорошо. Ты меня рекламишь, я тебе... Ребят, шашлык... Шашлык Стефана. Крутые шашлыки. Покупайте, вот они. Шашлык дяди Стефана, приходи, кушай. Да, да. Хотел сказать, умирай, но... Короче... Ой, наворовал, смотри, наворовал. Ребята, на этом мы, наверное, уже будем заканчивать, да, но... Но, не забывайте то, что мы сказали, чтобы вы заходили и подписывались на наши странички в Инстаграме. А где ссылки, Жека? А, ссылки знаешь где? Я тебе скажу, где они в описании, ссылочки в описании. Вот-вот, хорошая мысль, Жека. Поэтому заходите, подписывайтесь как можно быстрее и ставьте огромный палец вверх, если ждете новую серию троллинга. Чем больше лайков, тем быстрее она выйдет. Да, и пишите ваши комментарии, ребята, мечтаю абсолютно каждый ваши комментарии. Подписывайтесь на канал. Мы будем очень рады вам. Каждому. Да, ребята. Большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. До свидания!